Привет всем зрителям! Если вы забыли код, пароль вашего iPhone или iPad, то это видео для вас. Показываю на примере iPad A2270 2020 года. Итак, после того, как вы исчерпали все попытки и ваше устройство заблокировалось, на экране у вас появилась надпись «Устройство iPad недоступно». Для сброса устройства к заводским настройкам вам нужно выключить iPad. На компьютере запустить iTunes. Нажать кнопку Home и, удерживая ее, подключить кабелем к ПК. Удерживаем ее до тех пор, пока на дисплее не появится шнур и изображение компьютера. Теперь можно отпустить кнопку Home. Теперь, когда мы ввели наше устройство в DFU режим, видим, как в iTunes появилась надпись, что возникла проблема с iPad, его необходимо обновить и восстановить. Нажимаем «Восстановить» и «Обновить». Нажимаем «Далее», после чего происходит скачивание прошивки с серверов Apple. Это может занять некоторое время. Если вы в правом верхнем углу нажмете вот здесь, вы увидите, сколько еще осталось скачиваться прошивки. После чего iTunes начнет восстанавливать прошивку на вашем устройстве. Главное не отсоединять ни в коем случае кабель и не трогать устройство. После того, как восстановление программного обеспечения завершится, появится вот такая надпись: «Восстановление заводских настроек завершено, выполняется перезагрузка». Ваш iPad включится, и вы попадете на стартовую страницу настроек. Никакие пароли iCloud устройство у меня не спросило. Друзья, надеюсь, мое видео помогло вам. Если будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Смотрите также мои другие видео. Пока.